Это кадры с закрытого показа трейлера «Тобола». Сейчас в проекте самый важный этап – монтаж. У нас работают лучшие монтажеры, режиссеры монтажа. Это Маша Сергеенко, которая только что получила «Золотого орла» за «Салют-7». Вот. Пошла Зеленов, который монтировал «Движение вверх». Вот. И Дима Слабцов, который монтировал весь экшен в «Коловрате». Пока на монтажном столе есть черные дыры, например, из-за снега, которого в Тобольске не хватало во время съемок. Но возвращаться в столицу Сибири группа уже не планирует. Зачем их точно уже мы уже не планируем, если они и будут, то они будут где-то в Подмосковье. Знаете, тайга в Подмосковье, которую мы снимали последние сцены, она даже круче, чем в Тобольске. Работу над Тоболом многие участники проекта называют уникальной. Масштаб съемок, достоверные исторические детали, вплоть до золотого шитья на костюмах, да и сама история великих людей великой эпохи. Актер Евгений Дятлов так вошел в материал о своем герое, что теперь публично спорит с автором романа Алексеем Ивановым о версиях, за что царь Петр в конце концов повесил тобольского губернатора Матвея Гагарина. Казнократство или идея? Чтобы отделить Сибирь от России, а на ту пору Сибирская губерния считала это до самого-самого Синего моря. То есть это огромная земля. Если бы у Гагарина это, допустим, получилось, но если фантазировать, то это было бы совсем другое распределение сил. К проекту «Тобол» подключилась и компания «Сибур». Это, в свою очередь, наверное, такой элемент уважения как к самому городу Тобольску, который действительно имеет очень такую большую, интересную историю, и это элемент уважения жителям города Тобольска и работникам нашего нефтехимического комбината, которые верой и правдой служат на этом комбинате и помогают в развитии как города Тобольску, так и всей Тюменской области. «Тобола» будет два – фильм для аудитории 12+, и сериал для Первого канала с более возрастными зрителями. И хотя это будет две большие разницы, продюсеры уверены, что покорят зрителей. На первом показе третьего монтажа у нас наша фокус-группа женская в трех местах рыдала, поэтому мы надеемся на успех. Светлана Галикова, «Тобольское время».